Если вы смотрели последний эфир высшей лиги с участием команды КВН Федор Двинятин, то наверняка должны знать о том, сколько же крови эта команда выпила из большого и доброго сердца Юлия Соломоновича Гусмана. Следующая команда, если Паче Чаяния в будущем году попадет в высшую лигу, а еще лучше в одну игру с Федором Двинятиным, а еще лучше, чтобы там больше вообще никого не было, то боюсь, что большое и очень доброе сердце нашего ветерана может этого и не выдержать. Сборная Ульяновской области. Выступление сборной Ульяновской области похоже на первый секс. Коротко, ярко и не сразу ясно, от чего так хорошо. Поэтому не будем терять драгоценнейшие секунды, мать и дочь. Мамочка, я уезжаю поступать в институт в Москву. В какой? Московский институт торфа и пряностей. Ну и что туда сдавать? Стометровку и ежевику. Бесплатный, что ли? Да. Да куда ты поедешь? У тебя даже школьная медаль не золотая. Знаешь, каких мать из-за тебя чуть не огребла в ломбарде? И вообще, где ты будешь жить? Сниму что-нибудь. Ой, не льсти себе, снимет она. Мать из-за тебя отказалась от жирного и вредного. А он, между прочим, сейчас замдиректор Лукойла. Кстати, мам, дай мне свою сумку на колесиках. Моя сумка на колесиках называется ОК. И в ней я развожу овощи. Да какие овощи? Твоего отца с дядей Толей после футбола. И вообще, что для тебя важнее, институт или мама? Конечно, мама. Вот. А почему у тебя в плеере песни играют «Конечно, Вася»? Вася тебя грудью не кормил, пеленки тебе не стирал, а только уволок маму после дискотеки в пучину беременности, и все. Мама! Что, мама? Чья бы корова мычала? А твоя тебя вырастила и на ноги поставила. Кланяйся! Мы понимаем, что, несмотря на высокий профессионализм основного актерского состава, победить в 1/4 будет в 2 раза сложнее, чем в 1/8. Поэтому усилимся. Предчувствую, что после следующего номера у меня будет вся спина в царапинах. Потому что такого удовольствия, как от номера «Парад гибридов», ты, дорогой зал, еще не получал. Итак, начнет парад гибридов курица-кошка. Продолжит рыба-медведь. Усилит эффект 2 черепаха-пса. И закончат парад гибридов пчеловолки. Этим номером мы хотели поддержать проведение Олимпиады в Сочи в 2014 году. Как видите, не вышло. Усилим эффект. Следующий номер будет с усиками. Сенсация. Ксению Собчак похитили инопланетяне. Многие сейчас скажут, а что вы превратили приветствие в мюзикл? Но это еще не все. В лучших традициях сборной Ульяновской области исторический эпос. Александр Дюма тесть. Роковая шутка кардинала.
Приготовьтесь! Идите! Как вы понимаете, после этого номера мы могли в принципе и не выступать, а спокойно сидеть за кулисами и подхихикивать над малобюджетными выступлениями других команд. Но я слышу, из жюри доносятся мольбы. Покажите Фантомаса, покажите Фантомаса. Уговорили попрошайки. Итак, обычная ситуация. Фантомас в военкомате. Я Фантомас. Отставить! Правильно говорить, рядовой Фантомас прибыл. Правильно говорить, умел Пушкин. Майор Пушкин? Бери выше. Пушкин на стремянке? Обожаю военный юмор, и мозга не надо, и попробуй не посмейся. Приспустите трусы. Вы что, еще подрабатываете? Я должен все посмотреть. А что, без этого уже не уснуть? Покажите язык. Я не силен в пантомимах. Хотите сальто? Давайте. Сальто. Реально сделаешь сальто, будешь служить в Сочи. Нет, спасибо, я на стройку могу из окна посмотреть. Ну а что скажешь на морфлот? Толокно. Тебе на О. А медицинский полис с собой? Правильно говорить, не медицинский, а северный. И не полис, а Аркадий. Какой Аркадий? Северный. Я спросил полис. А надо было у ясеня. В таком случае я вызываю охрану. Я в таком случае вызываю Оксану. Охрана! Оксана! Зал, тебе было хорошо с нами? Зал, ты лучший. Зал, поехали ко мне.